Всем привет, дорогие друзья, я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Я знаю, в каждой семье есть свой рецепт вкусных котлет. Сегодня я хочу поделиться своим любимым способом и, конечно же, рецептом приготовления котлет. Оставайтесь вместе со мной и готовим, друзья. Если кому понравится, конечно же, ставим лайк, делимся с друзьями, ну и, конечно же, комментируем. Начинаем готовить, поехали. Порция котлет у меня будет не маленькая, поэтому беру обычно свиной фарш. Обязательно жирненький, с жирком, все как положено. Если у вас постное мясо, лучше, конечно, добавить еще кусочек сала. Фарш свиной у меня готов. Также добавляю курятину. Берем куриную грудинку и будем ее нарезать. Нарезали мясо на тонкие полосочки. И теперь просто измельчаем. У нас курятина должна получиться рубленная. Если фарш свиной перепущен через мясорубку, то курятина мы рубим кубиком. Так, мясо куриное я уже нарубил. По мясу у меня здесь свиного мяса 0,5 кг и курятины также 0,5 кг. Добавляю к этому количеству почти головку чеснока. Вы уже смотрите сами. Я люблю очень чесночный вкус в котлетах, поэтому добавляю много. Также добавляю сладкий болгарский перец. Сейчас сезон еще продолжается перца. Нам нужно перец также мелко измельчить. Также использую свежую зелень петрушки. Мелко также измельчаем. Петрушка дает свой интересный аромат и вкус самим котлетам. Кто не пробовал, обязательно, друзья, приготовьте именно по этому рецепту. Также добавляю черный молотый перец, примерно чайную ложку. Также добавляю чайную ложку сладкой лепестковой паприки узбекской. Соль ставим по вкусу. Я добавляю примерно тоже чайную ложку. Яйцо и хлеб не добавляю именно в этот рецепт. Теперь хорошенечко перемешиваем. Сначала ложкой, потом ручками. И чуть-чуть нужно будет отбить. Оставляем буквально на 10-15 минут, чтобы фарш промариновался, обменялся вкусами. И потом начнем формировать уже котлетки. Прошло 10 минут. Руки смочили холодной водой. И формируем котлетки. Ну вот и все, котлеты на самом деле очень красочно и красиво выглядят. Давайте идемте жарить. Отправил сковородку на плиту, добавляю подсолнечного масла, пару столовых ложек. Масло накалилось, жарим. Жарим наши котлетки. С каждой стороны обжариваем по 5 минут. Нам не нужно их готовить до полной готовности. До полной готовности будем доводить уже в духовке. Со сливочным маслом, все как положено. Беру жаропрочную форму.
и отправляю котлетки в нее. И вторая партия подоспела. Как я и говорил, добавляю пару кусочков сливочного масла. И буквально грамм 50 воды. И накрываем крышкой. Ну вот и все. Отправляем в духовку. Выпекать буду при температуре 200 градусов примерно 30 минут. До готовности вкусных котлет. Ну вот и все, друзья. Котлеты наши готовы, а значит, пора их пробовать. Просто и очень вкусно. Чесночный вкус, сочное мясо. В общем, друзья, бомбезные котлетки. Что приготовить? Друзья, если понравилось, конечно же, ставим лайк. Также подписываемся на канал, кто не подписался. И нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать новых моих видео. Я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем пока. Настолько пикантные, настолько вкусные, что я не могу остановиться. Вкуснотень.